В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. На улице Ленина камера зафиксировала, как водитель десятки одним ударом перевернул «Ладу X-Ray». В этом происшествии пострадала пассажирка отечественного кроссовера. Все подробности в рубрике «Место происшествия». На перекрестке улиц Ленина и Хлыновской после столкновения на крыше оказалась «Лада X-Ray». По данным ГАИ, в аварии пострадала пассажирка X-Ray. Судя по видео, слева на светофоре видно, как сменяются сигналы, а значит, водитель десятки пытался проскочить перекресток на красный сигнал. Автор ролика надеется, что именно эта запись поможет установить виновника ДТП. В Кирове полицейские задержали интернет-вымогателя. В социальной сети мужчина познакомился с женщиной и в ходе беседы попросил ее выслать интимные фотографии. Во время виртуального общение, она поделилась с ним фотографиями откровенного характера. Однако мужчина повел себя не по-джентльменски и запросил денежные средства за нераспространение этих снимков. Задержан за то, что вымогал деньги у девушки, которая договорился о встрече для интимной связи. Потом я у него начал просить деньги, пугал ее тем, что расскажу все ее мужу, там, друзьям и так далее. Ранее были знакомы? Нет. Она некрасивая еще, я скажу, вот. Толстенькая. За нераспространение фотографии вымогатель требовал 500 рублей. В переписке даже выслал номер банковской карты. Сейчас возбуждено уголовное дело. По понятиям разобрался с родственницей собутыльника. Водитель Hyundai Accent на улице Орловской. Компания устроила застолье, но возник пьяный конфликт. Девушка обозвала знакомого таким словом, которое в тюрьме считается особенно оскорбительным. Мужчина стал бить ее ногами по голове, а та, в свою очередь, позвонила друзьям и вызвала их на подмогу. Вон они вызвали, у Юли Коминтернская, сестра у нее. Коминтерна позвонила, мы ждали их внутри. Я думал, один приедет. Я говорю, давай сейчас поговорю с ним. Приехал толпа, я смотрю, выбегаю с тех сторон. Там человек 5, мы с Димой, и он с мелким. Дима аж со мной побежал. Я говорю, сейчас я до машины буду помогить. До машины добежали. Я смотрю, они что, уехали, да? Бита такая, бах! Подмога девушки не только разбила машину Сергея, но и вызвала полицию. Мужчину оформили как пьяного водителя.